Фунтик и Рэй. Волонтер воодушевлена, что скоро в поведении наших ребят будут перемены. Вчера в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой на дому кастрировали Рэя и малыша Фунтика. Операции прошли успешно, ребята были молодцами. Фунтик уже вечером бегал на улицу, а Рэй дал один день и ночь отдохнуть от его бесконечного лая и истерик. К вечеру немного покушал и лег после этого спать. Друзья, очень хочется сказать каждому из вас большое спасибо. Благодаря вашей помощи мы решили важную проблему. Кастрация ребят важна не менее питания и других проблем, которых сейчас, к слову, немало в сельском приюте. За операцию отдала хозяйка 6 тысяч российских рублей. Такси, как всегда, обошлось в 5 тысяч российских рублей. Это огромная для нас сумма, но благодаря вам мы это сделали. Теперь будем надеяться, что Рэй со временем остепенится и станет поспокойней. За то время, которое он у нас, уже есть определенные изменения в его поведении, и волонтер верит, что это только начало. Конечно, женщина не кинолог, но даже ее небольшой опыт работы с овчарками уже дает какие-то свои плоды. Скорее всего, с ним, как волонтеры думают, никто просто не занимался. Просто Рэй очень общительный, и ему необходимо больше внимания. Проблема только в том, что он кидается на других собак. Если бы он мог с ними поладить, то бегал бы, как и все. Собственно, вы постоянно видите, как Фунтик, Ачик, Лиза и Лайза гуляют себе и не доставляют никаких проблем абсолютно волонтеру. Ну а пока мы просто гуляем в поле на поводке и понемногу учимся. Сегодня ребята чувствуют себя уже хорошо. Дорогие друзья, спасибо огромное за вашу помощь и поддержку, без которой существование нашего приюта было бы просто невозможным.